Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Doom Bed. Так, и у нас глава вторая, ребята, осталось пройти один уровень. Сегодня я хочу его пройти и завершить, наконец, главу вторую. Ну что, ребят, поехали. 15 уровень у нас. Будем смотреть, кто что. Какая у нас тактика, стратегия тут понадобится. Пока я ничего не знаю, первый раз захожу. Так что надо нам определиться вначале с миньонами и с нашими ловушками. Так, давай возьмем, наверное, вот этого стрелка. Так, из этого я ничего не хочу брать. Так, секунду, подожди-ка. Что нам нужно? Естественно, щупальцы осьминогов. И, наверное, я возьму... Черт. Ну, давай попробуем тактическую вентиляцию. Ну что, ребята, 15-я миссия. Так, они будут у нас идти, по ходу дела, снизу. Снизу вверх. Все, я понял. Снизу вверх. И кораблик уже пришел. Прибыл. Так, давай вот так начнем, пожалуй. Подожди, мне нужны, ребята, Опса! Опсайдаун, ё-моё, ребят. Это нечестно, я считаю. Сразу вот так вот с нахрапчика брать меня, да? Ладно, хорошо, я буду, естественно, ребят, сопротивляться здесь. Как только смогу. Не знаю, что у нас из этого получится, но... Надо, ребята, бомбить их. Так, что у нас тут внизу? Так, пока все хорошо. Одного генератора, ребята, по-моему, слишком мало нам. Одного генератора слишком мало, если честно. Нам нужны миньоны. Давай поставим сюда миньонов. Пускай они хоть как-то здесь пока у нас бомбят. Слушай, смотри, они, по-моему, сейчас мне гарпун разбомбят здесь, да? Ёпарс, это что тут происходит? Тут все очень, ребята, плохо. Все очень плохо на самом деле. Давай поставим сюда вот ловушку. Так, лестница, все наверх. Они все бегут наверх, соответственно, конечно, они же будут там, ребят, бомбить. Так, что у нас тут происходит? Блин, я не знаю, мне нужен генератор, по большому счету. Давай я, наверное, вот сюда поставлю еще один генератор. На всякий, ребят, случай. Опа, они уже, смотри, где. Они, ребята, сейчас уже окажутся у принцессы. Нет, еще пока не окажутся. Так, хорошо, ладно, есть у нас пока, ну, якобы какое-то там время, которого практически нету. Слушай, мне просто некуда, ребята, здесь поставить генератор, ты понимаешь? Что, мы дальше, что ли, переходим? Как-то странно все это, довольно быстро. А почему так? Ладно, будем... Опа! Опа, пули! Давай, наверное, генераторы, ребята, надо было ставить внизу. Вот теперь я уже понял, где их место. Хотя, может быть, я не совсем так понял. Давай вот сюда ставить ловушки. Везде, где только, ребята, можно. В первую очередь. Так, и, конечно же, нужно миньонов нам как можно больше, ребята, выставлять здесь. Очень много миньонов нужно. Так, этот все-таки, смотри, этот все-таки продвигается, ребят, сюда. Блин, это мне не нравится, совсем не нравится, если честно. Два миньона здесь не справятся у меня. Давай вот так вот сделаем. И все, блин, все да не все. Не получится, ребят. Так, а если мы вот так вот попробуем себе... А почему он? Он в наглую просто проходит. Не, ребят, я, конечно, ничего не хочу сказать здесь плохого. Щупальца, ты будешь тут бомбить или нет? По-моему, ребята, фейл. Фейл чистой воды здесь у нас. Попробуем сделать вот так вот. Получится или нет? Да что ты будешь делать-то? Да, мы его подбили под конец все-таки, ребят. Но это все ерунда, согласитесь. Это все ерунда по сравнению с тем, что еще будет впереди нас поджидать. Где он там, этот говнюк? Вон он, ребята, говнюк этот. Щупальца, почему ты не бомбишь по нему, а? Ты должна бомбить. Причем, блин, так жестко по нему бомбашит, чтобы он даже пикнуть не успел. Но нет, ребята, он все равно проходит. Фу, мы его успели завалить. Так, ладно. Давай, ребята, вот сюда мы поставим тоже генератор. Короче... нужно много генераторов здесь на самом деле. И также здесь нужно очень... Опа, еще и стрелки пошли. Еще, ребята, и стрелки тут у нас появились. Давай-ка еще, наверное, сюда один генератор влепим. Так, обороняемся как можно жестче, ребята, здесь. Это последний этап, не забываем. И также, смотрите, здесь лестницы есть. А значит, они появятся и здесь, и наверху. Так, погоди-ка, куда бы мне... Давай вот сюда поставим отравляющую ловушку. Опа, 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 на! Ты посмотри. Ты просто посмотри, что тут творится. Так, дай-ка я вот сюда поставлю заморозку, на всякий случай. Генераторы вырабатывают энергию, отлично, все хорошо. Пока все, ребят, хорошо. Вот сюда тоже поставим щупальцы.
Так, шипы у меня там работают, все это есть, все отлично, пока все хорошо. Миньонов, ребята, разбомбили, к сожалению, моих всех пока. Так, давай вот сюда выставим, наверное, и попробуем вот так вот, токсичную ловушку сюда. И вот сюда, ребята, нужно, по идее, нам ловушечку эту влепить. Так, сюда надо шипы еще поставить, потому что лестница как-никак. Кто там у нас бомбит, я не могу понять. Кто-то бомбит? Но я почему-то не вижу, где-то внизу, что ли, там бомбашат? А, целый отряд инженеров. Ну что же, придется им здесь, ребята, наверное, и отдуплиться, я так понимаю, да? А пока они там будут бомбить, нам нужно, ребята, с вами вот здесь вот сделать оборону. Причем довольно серьезную оборону. Они пойдут вот отсюда. Это я вам точно говорю. И давайте, наверное, вот так вот сделаем. Так, миньонов надо сюда выставить тоже целую кучу. Нас еще выше поднимают. Ну вот, видите, ребята, о чем я вам и говорил, что они сейчас попрут сюда всей толпой, всей армадой. А мне не хватает миньонов сюда. Давай миньонов поставим. Так, тут, смотрите, ребята, конники опять бегут. Твою же дивизию, а. Оу-оу-оу-оу-оу, со всех сторон. Просто напасть какая-то. Так, генераторы. Давай, наверное, сюда еще поставим миньонов с вами. Нам нужно, ребята, знаете что? Так, погоди, вот сюда вот поставлю еще один генератор. Блин, мне не хватает энергии. Давай заморозка, почему? Вот сюда ее поставим. Пускай стоит пока. Так, вот сюда миньонов влепим еще. Ух, напряженный, ребята, бой. Так, щупальцы, пентакли вот сюда влепим. Так, и надо вот этот вот этаж нам тоже, ребята, с вами уже как-то потихоньку обустраивать. Потому что, ну, мало ли, все-таки эти говнюки как-то смогут здесь прорваться. Супермен! Подбили, что ли, его? Да, ребята, он отдуплился, и это хорошо. Так, дай-ка я вот сюда еще гарпун поставлю. Так, финальная волна, ребята, все. Вот здесь надо быть уже предельно аккуратным. Просто предельно аккуратным, потому что сейчас будет офигенный, самый, наверное, мощный наплыв врагов. Так что нам нужно подготавливаться к этому делу. Так, а как они сюда как-то смогут пройти? А как? Через какой? Вот через этот, наверное, проход, ребята, они смогут сюда пробиться наверх. О, ладно, хорошо, давай мы поставим сюда миньонов на всякий случай. И... блин, ну давай шипы сюда поставим. Так, хорошо, эти гомяки раздухарились, да, я смотрю. Давай шип... конник, ребята, конник бежит. У меня всего лишь есть... давай вот так вот влепим. Всего лишь одна бомбочка, ребят. Меня отвлекают. Меня отвлекают вот эти вот ниндзи хреновые, которых мы только что с вами подбили. Так, давай еще щупальцу сюда поставим. Смотрите, ребят, когда он заморожен, он ничего сделать не может. Естественно, мы его разбираем. И причем довольно хорошо. Погиб. Так, ну здесь у нас Супермен. Пускай его немножечко травят. Мои токсичные ловушки. Все, ребята. Так, что у нас там по волне? Волна идет? Волна идет. Еще как идет, ребята. Посмотрите, сколько здесь вражин. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Поставим сюда. Вот сюда миньонов надо влепить. Потому что оборонка нужна. Так, давай забираем здесь все. Вот сюда миньонов на подстраховку, ребята. Это все для подстраховочки идет. Так, еще одну кислотную ловушку влепим. И поставим, наверное, вот сюда вот щупальцы с вами, да? Щупальцы и шипы. Вот так вот это будет у нас как-то выглядеть приблизительно. Слушай, я не знаю, что там внизу творится. Да, в принципе, ничего страшного. Это, по-моему, все. Да, ребята? На ваших глазах мы прошли с вами второй эпизод этой игры. Полностью, причем, ребята, у нас остается с вами что? Всего лишь одна эпизодка. И это, ребята, вот. Да-да-да-да-да, именно вот это. И причем я ее больше всего не люблю. Если честно, тут очень сложно. Потому что тут надо смотреть за двумя, ребята, принцессами. За двумя принцессами. Ну что же, нам все равно с вами делать нечего. Ого! Ого, а что вот это такое? Почему закрыто? Странно даже для меня как-то это. Ну что же, у нас пятая с вами миссия. Причем можно все миссии проходить с пятой сразу на одиннадцатую, а вот эти почему-то закрыты. А в чем проблема? Не знаю, ребят. Давайте приступать. Пятая миссия у нас. Выбираем наш стандартный набор выживальщика. Так, так, заморозка. Давай сюда заморозку. Щупальцы и... я вот не знаю, что интересно лучше. Вот пушка вот эта все-таки или токсическая вентиляция. Вот, честно говоря, никак не могу определиться, что из этого всего лучше.
Ну что, ребята, давайте попробуем. Первая заходочка у нас пробная, потому что я не знаю, где что, как и почем. Принцессы у нас две. Мы их прекрасно видим, где они находятся. Так, начнем, пожалуй, мы с генераторов. Да ладно тебе. А чё вы так сразу-то? Чё вы так сразу-то с них-то? Эй! Зачем так жестко-то? Блин, это он так, ребят, так сейчас быстро туда подлетит-то, я смотрю. Хорошо, давай попробуем. Как-то мало у нас шансов-то здесь на выживание-то, если честно. Ребят, серьезно. Так, здесь уже эти идут, да? Олухи. Куда эти? Вот, мы его забомбили. Хорошо, давайте, ребята, вот под каждую лестницу поставим с вами вот эти вот ловушки. Ой, ловушки, елки-палки. Ну да, ловушки. Че, вы уже все, ребят, я уже все заговариваюсь. Плюс еще приболел. Туговато соображаю. Вы что, серьезно, что ли? Вы серьезно вот так вот сразу нахрапом решили меня, что ли, тут бомбануть все? Эй, чебуреки. Так, миньоны, давайте выручайте, тут уже хорош любоваться. Так, оборонка. В общем, ребята, принцессы у нас будут здесь. Естественно, они к ним будут идти, поэтому нужно сейчас полностью здесь защищаться по полной программе. Пока мне это удается, но это пока. Что еще будет впереди, я боюсь даже представить. Так, надо, ребята, заморозку вот сюда влепить на всякий случай. Что, что, еще выше поднимается? Оу. Так, ну, давай, наверное, вот сюда поставим. Ребят, ловушку с вами еще одну. И гарпун вот сюда вот влепим. Так, ну что, пока вроде бы отбиваемся. Пока все у нас удачно, все хорошо. Еще вот сюда, ребята, я один гарпун поставлю. Два гарпуна здесь будут, потому что мало ли они появятся. И вот сюда вот надо вентиляцию отравляющую влепить. Так, космодесант, да, сейчас будет, наверное, ликвидировать. Не получилось у него ловушки мои, как говорится, вывести из строя. Так, мы вот сюда еще, ребят, с вами. Оу, ёпрст, ребята, конник идет. Пришел, блин, явился, блин, не запылился. Кто тебя отсюда звал-то вообще? Давай. Бомби, потому что он сейчас сюда пойдет. Он, ребята, сейчас пойдет вот сюда. Я ведь знаю прекрасно. Щупальца, ну помогай ты мне. Там еще и стрелки прут. Там, ребята, еще и стрелочки подвязались, подтянулись, прилетели. Что он там? Он разбомбил все миньонов всех. Где он появился? Вот, ребята, он вышел. Неужели мне придется использовать? Мне придется, ребята, использовать последнюю мою атаку, которая, как мы видим... А, нет, сработала. Сработала. Ладно, хорошо, предположим. Что дальше нас ожидает? Боюсь даже представить. Так, миньонов моих тут раскромсали всех, поэтому выставляем их обратно. Также вот сюда вот ловушек надо влепить побольше. Заморозку. Фух. Все, ребята, мы с вами прошли, блин. С горем пополам. Но согласитесь, очень жестко. Смотрите, ребята, сколько я монет накопил за это все время. Я тут могу понаоткрывать фиг знает чего только и поулучшать. Хе, миньонов. Давай, наверное, вот эти вот ловушки свои все улучшим. Например, вот эту вот. Беговую дорожку. Ну, давай еще апгрейдим. Так, что у нас еще здесь? Так, это у нас, ребята, такая штука. Это якобы лже-принцесса. То есть они похищают вот этот вот манекен. Думаю, что это принцесса. И убегает довольный. То есть это для отвлекающего маневра предназначена такая вот ловушечка. Причем она еще взрывается в конце. А, нет, вру, ребята, это не то. Вот у нас принцесса, якобы. Да. Так, ладно, я ее апгрейжу сейчас, сколько смогу. Ну, давай еще. Так, и последний апгрейд здесь у нас. Все, ребят, денег больше нету. Ну, а мы с вами должны как-то переходить на следующий этапчик. 6-й уровень, блин. Хорошо, я готов, наверное. Давай вот сюда вот поставим генераторы для начала. Откуда они попрут? Откуда они попрут, интересно мне знать. Сверху? Нет, нет, не сверху. Естественно, ребята, они пойдут снизу. Они уже идут. Так, хорошо, приступим. Вот так вот сделаем. А я так понял, бомбить их никто, блин, не собирается, да? Идите, как говорится, гуляйте, да? Блин, и с этой стороны прут теперь. Оу. Хорошо, давай я попробую вот так вот. Через гарпуны. Ну это фигня на самом деле. На самом деле это все ерунда. Мне надо знать, какая дверь ведет вниз.
Вот что меня в данный момент интересует. Какая из этих дверей ведет к принцессам? Понимаешь, да? Почему я этим интересуюсь? Давай вот так вот. Неужели вот это вот? Центральная. Это будет плохо, если именно центральная дверь ведет к принцессам. Ну. Или же все-таки... А или все-таки они будут через верх, ребят, идти? Не знаю пока на самом деле, как тут все у нас пойдет. Так, гарпуны бомбят, это все бомбит. Два генератора этого мало, ребят, поэтому надо еще один поставить. Мне кажется. Куда этот охламон бежит? Интересно не знать. Вот он, наверное, и окажется тут внизу, да? Так, попробуем, ребята, отбиться. Что-то у меня как-то это все не очень хорошо получается, если честно. Смотри, все подбивает, все пообстреливали мне здесь. Ладно, давай мы сюда вот наверх тоже гарпуны влепим. Пускай они будут стоять и защищать. Над каждой дверью поставим ловушки. И заморозку, заморозку вот сюда влепим. Приблизительно как-то вот так у нас все должно происходить. Так, я сюда еще, ребята, вентиляцию эту отравляющую влеплю. Так, погоди, погоди, погоди. Вот сюда вот так вот мы сделаем. Ёлки-палки, их тут слишком, ребята, много для меня. Вот сюда еще поставим, над этой дверью ловушку. О, стрелки. Естественно, ребят, стрелки расстреливают все, что можно здесь. Как же без этого-то? Без этого просто никак. Так, и миньоны мне здесь нужны. Обязательно под прикрытием, ребят. Прикрываем. Так, что-то их тут... Что они такие довольные бегут? Смотри, какие они довольные шпарят. Да ну нафиг. Что, не можем что ли их подбить? Ведь должны же, да, ребят, справились мы здесь. А вот этот таолух, что у нас тут делает? Расстрелялся, блин, ты посмотри на него. Стрелок ворошиловский. Ладно, сейчас мы его ухоркаем. Мы должны его подбить, ребят. Есть, отлично. Фух, мы прошли и этот с вами уровень. Довольно щекотливый, я вам скажу, этот этапчик. Но уровень 6, как вы видите, пройден у нас. Фух, ну что, поехали на 7 уровень. Так, смотрим, ребята, принцесса здесь и здесь. Блин, вот как они ходят вот сюда. Блин, вот самое противное, что я не могу определить, как они здесь будут делать свои движения. Понимаете? По какому принципу они будут здесь ходить? Давай вот так вот сделаем. Генератор один, это, конечно, не серьезно на самом деле, ребят. Совсем не серьезно. Куда он там? Куда? Вот куда он сейчас? Вот он где появляется. Ага, все, я понял, ребята. Теперь я понял, как он будет. Он будет ходить сюда и вниз. Вниз. Вот к этой принцессе вот таким вот макаром он проберется, да, значит? Тут что? Так, сюда нам тогда надо вот так вот, наверное, поставить. Они опять же будут через низ идти. Ребят, через низ. Вот сюда будут спрыгивать. Поэтому давайте сделать оборонку. Так, погоди-ка. Давай вот так вот поставим кислотную ловушку сюда. Вся проблема в том, что нужно определиться, ребят, как они будут ходить. Ихний путь, так скажем. Токсичную сюда вот ерунду влепим, чтобы они отравлялись. Давай еще миньонов. Мало у нас как-то здесь обороны, защиты. Вниз надо шипы поставить, я думаю. И пару гарпунов, наверное, сюда влепашить. Мне так почему-то кажется. Давай-ка мы сделаем вот сюда гарпун. Там все четко пока. Пока вроде бы нормуль. Пока вроде бы стоим, держимся. Так, один подкололся. Так, этот-то куда? Куда? Надо миньонов, ребята, выставлять сюда обязательно. С этим разберемся или нет? Должны, в принципе, разобраться. Что там? Он опять бросает бомбочку, ребят. Так, шипы. Сколько же вас тут наверху-то? Кстати, вот сюда надо, ребят, точно. Вот давай так сделаем. Раз они тут прыгают, чтобы их две щупальца как раз подбивали. Вот, вот так вот, я думаю, будет лучше, эффективнее. Так, а тут, по ходу дела, ребята вообще в корень разбуходились и бегут уже как к себе домой. Смотри сам, что тут происходит. Так, наверное, вот сюда поставим еще щупальцу. Уже, как говорится, возле... возле самой принцессы непосредственно, ребят. Так, сейчас... Оу! Нет! Нет, 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 нет! Как я так упустил, ребята? Как я упустил этот момент? Все, короче, пройдено. А как они здесь оказались? Ребят, естественно, я буду переигрывать. Я не понял, ну, а как они там оказались?
Я ведь где-то лопухнулся, да? Они, значит, начинают вот отсюда. Как мы поняли это, да? Ребят, нам нужно генераторов влепить. Желательно, наверное, пару штук. А куда их тут влепашить? Вот сюда вот можно, да, в принципе, два генератора поставить. Раз, два. Тут, например, у нас будут ловушки стоять. Гарпуны, предположим, да? Так, хорошо. Предположим, это сделано будет вот таким вот образом. Убежал. Он появляется здесь. Так, а это верная дорога куда? К принцессе. Все, я понял. Выставляем тогда вот так вот с вами. И, наверное, вот сюда придется нам, ребят, поставить ловушечку. Щупальц кентакли будут стоять здесь и вот здесь. Две. Сюда вот нам желательно бы, наверное, поставить гарпуны. Так, вот здесь вот тоже как-то не особо хорошо, ребят. Давайте вот так вот влепим. Там еще потом стрелки пойдут, да ведь? Да-да-да, стрелки побегут. Сюда, кстати, можно вот поставить заморозку. Заморозочка. Так, здесь у нас стояли миньоны тогда. Я помню, они неплохо нам здесь помогали. Ага. Так, ты куда это там у нас пошел? Спасатель дорогой, а? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Давай-давай-давай-давай-давай. Подбили, отлично. Так, дальше что? Дальше все очень плохо, блин. Давай, наверное, мы поставим вот сюда еще щупальцу одну. И вот здесь надо, ребят, вот этот вот маленький коридорчик нам тоже нужно как-то с вами обустроить. Потому что они вот здесь тогда нас застали врасплох. Сюда мы поставим вот такую вот ловушку. Так, смотри, что происходит, ребят. Вот здесь они тоже пробиваются, оказывается. Блин. Это, ребята, мой недочет, кстати, я вам скажу. Что он там застрял? Что он там застрял? Давай, 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 бомби его. Так, отлично, подбили. Здесь справились пока еще. Блин, где моя энергия? Мне нужны, ребята, эти миньоны. Да, мне тут все нужны, на самом деле. Так, бегут. Под каждую лестницу, ребята, по ловушке. Вот он, Ахламон, он бежит, видите? Вот здесь вот он как раз тогда и спрыгнул, и похитил принцессу. Я надеюсь, этого сейчас не получится. Эй! Куда ты? Как ты прошел? Как ты прошел, гад? Давай, 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 миньоны, миньоны, бомби, бомби, бомби. Не даем, не позволяет, фу. Господи, каким-то чудом нам повезло просто-напросто сейчас здесь. Потому что этот миньон вполне мог спокойно... Вполне мог спокойно похитить принцессу. Блин, жесть какая-то, ребята. Серьезно вам говорю, очень сложно играть. Так, ну что, давайте, наверное, на дорожку еще с вами один этапчик попробуем пройти. Это у нас 8-я миссия. Ну, здесь, по крайней мере, хотя бы одна лестница из-под воды. Значит, они пойдут с одного места. Но не забываем, ребята, что... Опс! Опс! Вот это меня они... Вот это они меня подкололи сейчас в данный момент. Я вам могу сказать точно, с точной уверенностью. Давай тогда вот так вот сделать. Черт. Как тут все печально-то. Так, куда он, интересно, пойдет, вот этот вот Гаврилыч? Мне надо смотреть и там. Везде, короче, нужно, ребята, делать защиту. Гарпун один не справится. А, нет, справился. Ребят, гарпун справился, как ни странно. Блин, один генератор — это ни о чем, надо еще один ставить. Да куда ты бежишь? Куда он сейчас выйдет, ребята? С какой стороны? Давай смотреть. Не пойму я пока, где он там оказывается. Ага, внизу. А, внизу принцесса стоит. Вот тогда, ребята, это самый короткий путь к принцессе. Вот этот, вот через эту дверь. Да где моя энергия-то, блин? Да. Вы серьезно? Вы вот сейчас серьезно это все делаете? Или что? Или вы издеваетесь просто надо мной? Вы офигеть, конечно, я могу сказать. Придумали, блин. По самым, ребята, коротким путям. А эти уже там рады, разбирают ловушки, блин, мои. Ой, давай заморозку сюда поставим. Так, генераторы. Вырабатывайте энергию, пожалуйста, мне. Ну, давай сюда. Так, куда вот он бежит? Ну-ка, давай сюда вызовем наших миньонов дорогих. Вот эти вот ворота, конечно, это самая опасная фигня, которая здесь есть. Потому что они через них, ребята, и попадают к нам. Да-да-да, это самые-самые короткие пути, получается. Так, давай еще сюда поставим миньонов.
Откуда они сейчас? Ох, еще и тут, ребята, лестница появилась. Вообще замечательно, я вам могу сказать. Лучше, блин, не придумаешь. Вот серьезно тебе говорю. Лучше просто не придумаешь. Причем из-под воды, ребята, никто не идет, понимаешь? Вообще никто. Всем пофиг. Вот здесь надо тоже, ребята, нам оборону ставить. Только каким образом, я не знаю. Идут себе спокойненько, да? Как будто на прогулке, блин. Так, давай сюда вот так сделаем. И не могу, ребята, я... Не могу я там, к сожалению, ничего применить. Твою же дивизию. Ты посмотри, какой там наплыв идет врагов. Просто армия этих чувачков идет. Так, тут мы с вами как-то более-менее еще справляемся. У нас все здесь отлично. Миньонов только немножко мне потрепали, но это ничего страшного. Так, здесь нужны щупальцы, да? А, это последние у нас бойцы, да? Да, ребята, это последние бойцы, мы сейчас с вами пройдем. Вот, последний рыцарь, по-моему. Да, отлично. Ух, ребятушки, ну что я вам могу сказать? Довольно неплохо мы пока с вами идем, но не забывайте, что самое-самое серьезное у нас еще будет впереди. В данный момент мы с вами остановились на 9 уровне. То есть остается пройти всего лишь ничего 6 этапов. И, ребята, игра будет полностью пройдена. Но это мы оставим уже на следующую серию. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!